привет. Сегодня такая интересная история. С утра меня разбудил кот, которому нужно было срочно на улицу. Ну, я его выпустил, а потом глянул в окно. Утро там, часа 4. Вижу луну, убывающая луна, а рядом такая яркая планета. Ну, думаю, Венера. Сейчас посмотрю. Посмотрел на луну, полюбовался, на Венеру. Оба убывающие серпики. Все красиво. Вот. Думаю, а вот я достану сейчас свою эту старую веб-камеру, которую хотел переделать на Астро, и быстренько сейчас переделаю. Ну, в общем, у меня была старенькая Facecam 2000. Вот такая. Это у нас тут, по-моему, 2 мегапикселя, что ли. Она вот так вот выглядела. Это ее корпус. И у нее особенность в том, что крутя за это колечко, можно было фокус искать. Ручной фокус. Вот. Все работало нормально. И я ее разобрал. Все это дело внутри. То, что крутилось, была вот такая вот. Вот видно. Такая линза. Вот, вот именно она давала фокус. Я ее снял. И по бытующей на ютубе технологии решил матрицу просто приклеить к 4-миллилитровому окуляру. С окуляра я тоже снял оптику. Ну, вот вам показываю оптику из окуляра. Две линзы, прокладка и просто такая штука, похожая на то, что я вам только что показывал. Она просто полая такая штукенция. Кстати, резьбы разнятся. А диаметр одинаковый. Вот, но шаг резьбы разный. Это я к тому, что если кто-то захочет закрутить и чего-то там получить, то у вас ничего не получится. Ну, короче, как говорится, дело к ночи. Ничего я не увидел. Просто парочку таких вспышек света, когда я где-то в районе на Луну наводился. Ну, в общем, я понял, фигня, ничего не будет, и решил лечь спать, уж сильно хотелось. Да, ну, я, наверное, забыл вам сказать, сейчас вот я покажу. Сейчас вот камера ведет, вот видео покрупнее сделаю, я потом покажу в конце все видеозахваты, которые были. То есть она сейчас ведет трансляцию. Обычная веб-камера, но через телескоп. Я вам сейчас покажу, что я просто ее... Вот, видно, да? Я просто ее приклеил на секундный клей к пустому. Юбку снимаем. Не ту юбку. Вот. Снимаем. Ну и вот то, что я вам говорил. Просто внутри там матрица. Не знаю, видна, не видна. Не видна, наверное, сейчас маловато света, чтобы там увидеть. Ну, короче, вот так вот. И вот это все у нас показывает. А показывает что? А показывает у меня по... На линии фокуса чуть правее орех растет. И вот это мы сейчас видим, листья ореха в каком-то ультрафиолете. Очень интересно все это сыграло. Неожиданно для меня. Я просто выкрутил на максимум. Ну вот почти полностью
выкрутил трубу и увидел вот такое вот фокусное, не фокусное, а расстояние до объекта, то есть до листьев ореха, где-то 4-5 метра. Вот, я не знаю, как ребята добиваются фокусирования на астрообъекты, как, когда у них две линзы. Одна линза в начале трубы и вторая линза вот здесь, которую я устранил и которую они устраняют. Как они могли получить фокусировку на объекты с таким далеким расстоянием, я не знаю, когда я получил фокусировку на 5-метровый объект. Вот. Скажите мне, знающие, если кто знает, в комментариях напишите. Ну, я так понимаю, дело с ультрафиолетом, это вот реальный, это цветная камера, чтобы вы понимали, да, никаких там переделок я ничего не делал, просто снял оптику и приклеил. Это, собственно говоря, через нее смотрю. Вот, это ультрафиолет, то есть это больше похоже на микроскоп, чем на телескоп. Вот, вот таким образом можно увидеть в телескоп сразу жизнь. Да, вот я вам показываю, как выглядят листья на максимальном увеличении на смартфоне. Вот видно, тут 5 метров. Вот такое вот чудо я получил. Ну, что хочу сказать. Вы, наверное, догадались. Чудеса рядом с нами. Не нужно об этом забывать. И всегда нужно быть готовым к этому. Ну, на этом у меня все. Жду ваших комментариев. Пока-пока. Пока. Удачи. Find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours.